Сильный пожар произошел накануне в поселке Кирга. Горел частный дом, хозяином которого является 60-летний житель поселка. Он лично сообщил о происшествии в службу 01 МЧС России. Пока ожидали пожарный расчет, жители сами пытались потушить возгорание, так как в доме оставались дети. В итоге к приезду пожарных дети уже находились на безопасном расстоянии, а хозяину удалось даже спасти часть имущества. Прибыв на место, два отделения 8-й пожарной части незамедлительно приступили к ликвидации происшествия. В течение 30 минут огнеборцам удалось полностью потушить пожар. По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание проводки. Следственные действия по данному случаю продолжаются.